Смотрите внимательно, вот эта пчелка, следите за пчелкой, куда пчелка полетит, там и денежка лежит, куда пчелка полетит, там и денежка лежит. Смотрите, смотрите, так, наше маленькое казино. В маленьком казино есть шанс выиграть большие деньги, следите за пчелкой, джокер пчелка, куда пчелка полетит, там и денежка лежит. Пчелка полетела, пчелка села. Вот так вот, все очень просто, кто угадал, тот и получил, давайте, ну. Come on, так, давай. Man, вот здесь, да. Точно, это, да? Уверен? Yeah. Да. Угадал. Молодец, улыбайся. Так, а где квартплата? Подожди, старик, подожди. Он меня только что обыграл, у тебя эти дела идут прекрасно. Я за тобой уже давно наблюдаю. Давай квартплату, подожди. Через 10 минут я тебе все заплачу. Может, сам сыграешь? А с чего играть-то? Раньше играли так просто, на интерес, а теперь играют на деньги. Из этого Олимпийские игры ни к черту не годятся. Сколько ставим? Минимальная ставка $20. Хорошо. Играю, показывай деньги. Так, ну так где у нас пчелка, где Джокер? Вот здесь. Очень жаль. Видишь, что происходит? Нужно следить, куда пчелка полетит. Там и мед лежит, там и денежка. Понял, извини. Это не удача, это просто меткий глаз. Вообще-то, эта игра требует крепких нервов. Может, дашь мне отыграться? Что, обалдел, что ли? Нет, конечно. $50 теперь минимальная ставка. $50. Что? Извини-ка. Я тут уж раз стою, может, заодно и сыграю. Как-никак нужно время бить. Так, хорошо, $60 я ставлю. Так, я буду играть с тем, кто больше всех поставит. 75. За 100. 125. 150. 175. $200. О, боже мой, первый день вышел. И только открыл казино, и уже такие крупные ставки. Ну что? Что? Пасуешь? Банкир. Так, давай, где деньги? Это я, Марлон. Я. Что значит, где деньги? Я должен сначала увидеть деньги. Это бизнес. Сначала нужно деньги увидеть. Ты мне должен квартплату. Это мой дом. Ты еще требуешь мне деньги показывать. Пожалуйста, на. Есть. Так, хорошо. Ну, где Джокер? Где Джокер? Дай-ка я сейчас подумаю. Еще не уверен, но, по-моему, вот... Вы посмотрите, а? Это маленькое чудо, верно? Ну, я же точно видел. Это мошенник, он мошенник. Так, вот это как раз мои деньги за квартиру. Ты знаешь, что это такое? Да, знаю. Я же тебе говорил, что я тебе заплачу за квартиру. Не забудь дать мне квитанцию, что я тебе заплатил. Да, а то моя гордость будет извинена.